эфире телеканала «Видное ТВ» новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. Каждый вопрос под контролем. Прошла очередная встреча руководства ВРКБ с жителями. Данная площадка как раз создана для того, чтобы мы максимально информировали граждан о нововведениях наших подразделений. Не забываем про автокресла и ремни. В Подмосковье стартовал социальный раунд «Маленький пассажир. Большая ответственность». Хотим напомнить вам о том, что наши пассажиры должны находиться в автомобиле всегда пристегнутыми. Очередной выпуск проекта «Стихи живут повсюду». Стихи о единении, о легких годах юношеской дружбы, которую поэты-фронтовики пронесли сквозь тяготы войны. Традиционная встреча жителей округа с руководством Винновской районной клинической больницы прошла в историко-культурном центре. О чем говорили в этот раз и какие вопросы больше всего волнуют граждан, узнал Максим Козлов. Более 2 лет проходят подобные встречи жителей с руководством ВРКБ. Главная их ценность в том, что люди получают самую актуальную информацию, как говорится, из первых рук. Данная площадка как раз создана для того, чтобы мы максимально информировали граждан о нововведениях в наших подразделениях, о том, где проводятся какие ремонты, в каких пилотных проектах мы участвуем, какие пилотные проекты мы реализовываем самостоятельно. Одна из хороших новостей, которая была озвучена на сегодняшней встрече, касается переезда Видновской стоматологической поликлиники в новое помещение. Город Видная, улица Строительный, дом 14, там будет то здание, которое нам передали. Это бывший центр занятости. Площадь здания 1150 квадратных метров. Там будет много всего нового, интересного, операционного, микроскоп и так далее, и так далее. Это все в будущем. Именно на таких встречах озвучиваются реальные проблемы, возникающие у людей, и находятся способы их разрешения. Много решается здесь вопросов. По нашей просьбе главным врачом было принято решение. Были открыты во взрослой поликлинике 2 кабинета, 203 и 204. Которые были предназначены в основном, значит, специально для ветеранского движения. Еще одна важная функция подобных встреч – просветительская. Благодаря активному продвижению массовой диспансеризации в Ленинском округе улучшается ряд показателей. У нас основной метод диагностики – это флюорография. Желательно, чтобы каждый проходил 1 раз в год флюорографию. На территории Ленинского городского округа туберкулез как бы уменьшается с каждым годом. По сравнению с прошлым годом у нас на 10 человек меньше заболеваемость, смертности от туберкулеза не было. Но в целом как бы показатели хорошие. Общественник Василий Яковлевич Сафронов пришел с вопросом об открытии в поселке Петровское фельдшерско-акушерского пункта. По его мнению, такое заведение крайне необходимо. Вопрос уже задаю не впервой, и поэтому, значит, я считаю, что подвижки какие-то есть. И считаю, что скоро должен ФАП открыться у нас все-таки. Напишем обращение, соберем подписи хотя бы старших домов. И я думаю, что вопрос этот сдвинется с места. Приходят люди не только с проблемами, но и со словами благодарности. Месяц назад в ЖК «Зеленая аллея» открылась поликлиника. По мнению местных жителей, качество ее работы выше всяких похвал. Я несколько раз посещала поликлинику на «Зеленых аллеях». Я очень довольна. Во-первых, это рядом. Что называется в шаговой доступности. И коллектив мне очень понравился. От гардеробщика до заведующего поликлиникой. Просто, так, знаете, такие приветливые, внимательные. Таким образом, повестку подобных встреч, по сути, формируют сами граждане. А медицинские работники готовы ответить на любые вопросы, касающиеся системы здравоохранения в Ленинском округе. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. В новом формате решено проводить встречи представителей администрации муниципалитета с жителями на повестке изменения в законодательстве в сфере ЖКХ. Форумы «Управдом» и «ПРОЖКХ», на которых широко обсуждается проблематика жилищно-коммунальной сферы, а также юридические аспекты, с ней связанные, пользуются популярностью у жителей. По инициативе партии «Единая Россия» и распоряжению главы Ленинского округа Алексея Спаскова организован новый формат для контакта граждан с представителями ЖКХ и администрации муниципалитета. Это разъяснение нового в законодательстве Российской Федерации, который положил начало с 1 января. Это и касается земельных вопросов,
и управления имуществом, и безопасности. Поэтому мы раскрываем эту тему подробно для того, чтобы жители были в курсе. Кроме того, на подобных встречах жителям рассказывают о тех проектах, которые будут реализованы в Ленинском городском округе в текущем году, на какие работы в бюджете заложено финансирование. Подобные мероприятия будут проходить в формате живого общения. После выступления спикера граждане смогут задать любые вопросы. Правительством Российской Федерации подписано постановление, которое я вам прилагаю для ознакомления, в том числе утвердил формулы перерасчета. Теперь, если гражданин находится вне своей квартиры или жилого дома более 5 дней, он, согласно этому постановлению, по утвержденной форме пишет заявление и получает по утвержденной формуле перерасчет. Особое внимание на первой встрече с гражданами было посвящено вопросам безопасности, а потому помимо руководства территориального отдела, ассоциации председателей многоквартирных домов, здесь присутствовал и представитель МЧС. Главная установка подобных мероприятий – все вопросы жителей не должны остаться без ответа. Мы можем обсудить это в рамках работы территориального отдела. Конечно, мы решаем на месте. А вопросы более глобального характера, перспективные задачи, мы вносим на обсуждение уже на главу Ленинского городского округа для того, чтобы доложить людям о тех решениях, которые возможны для реализации. В течение года будет проведено 4 цикла встреч в территориальных отделах. То есть всего пройдет более 30 подобных мероприятий. Кроме того, будет организовано 3 больших форума под названием «Садовод», которые будут посвящены проблематике СНТ и сельских поселений. Максим Козлов, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. В Подмосковье стартовал ежегодный социальный раунд «Маленький пассажир. Большая ответственность». Его цель – в очередной раз напомнить, как важно использовать автокресло для перевозки детей. На одной чаше весов 3000 рублей штрафа за отсутствие автокресла, на другой – жизнь ребенка. А что выбираете вы? В Подмосковье стартовал социальный раунд «Маленький пассажир. Большая ответственность». Инициатива госавтоинспекции Московской области, управления нашего, на популяризацию использования детских удерживающих устройств и формирование стереотипа поведения как у взрослых, так и у детей, что если несовершеннолетние сели в автомобиль, значит, они должны либо пристегнуться ремнями безопасности, либо специально удерживающие устройство. Без этого движения начинать уже нельзя. Незадолго до старта раунда в Подмосковье был проведен опрос, в котором около 15 тысяч жителей спросили, используют ли они детские удерживающие устройства в автомобиле. Большая часть, конечно, понимает о том, что нужно и для чего это делается, использовать эти устройства. Но есть же такие граждане, которые игнорируют. Это примерно 1000-2500, которые могут себе позволить при недлительной поездке ребенка не пристегнуть. В ходе социального раунда сотрудники ГИБДД проведут комплекс мероприятий: родительские собрания в образовательных учреждениях, занятия с воспитанниками детских садов и школ, селфи-акции и, конечно, профилактические рейды. Хотим напомнить вам о том, что наши пассажиры должны находиться в автомобиле всегда пристегнутыми, независимо от возраста, да, какой. До 12 лет ребята у нас перевозятся в специальные детские удерживающие устройства. Родителям напомнят, что для каждого возраста существуют свои средства защиты, и использовать их нужно при любой, даже самой непродолжительной поездке. На сегодняшний день, в принципе, большое количество удерживающих устройств существует у нас для того, чтобы наши маленькие участники дорожного движения передвигались безопасно в транспортном средстве. Так называемые накладки, да, они не являются удерживающим устройством, а это только приспособление для того, чтобы правильно разместить штатный ремень безопасности на груди у пассажира. Так закон требует, и самое главное – безопасность. Здоровье ребенка, конечно. Стражи порядка призывают присоединяться к раунду всех жителей Ленинского городского округа и распространять в своих социальных сетях посты с хэштегом «Пристегнись». Социальный раунд «Маленький пассажир. Большая ответственность» продлится до 26 февраля. Телеканал «Видное ТВ» также присоединяется к акциям и призывает пассажиров пристегиваться. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. «Видное ТВ». В этом году телеканал «Видное ТВ» подготовил для своих зрителей много интересного. Меняется оформление, появляются новые передачи. Дальше больше. А пока наш корреспондент Юлия Погосян вышла на улицы города, чтобы узнать, чем жители привлекает местное телевидение и что бы они хотели еще увидеть в эфире. Мне нравится, ведущие мне нравятся. Газеты читать
И то не всегда, но два раза в неделю. А это вот раз включила. Особенно, когда где-то концерт идет или что-то за состязание. Очень хорошо. Я не очень часто его смотрю, но как бы можно узнать все новости о нашем Ленинском районе. Спасибо. Хорошее впечатление. Узнаешь хоть новости какие, что здесь произошло? Мне нравится. Мне все нравится. И новости, все хорошо. Какие бы новые, может быть, передачи хотели? Да не. Мне пока все устраивает. А здоровье? Почему? Поделись. По возрасту. По возрасту. А здоровье? Про здоровье, наверное. Или интервью с какими-то интересными людьми. Культура, спорт и что-то про детей, куда им можно пойти, что здесь можно сделать. Ну, то есть какая-то информация, да, что у нас есть социальная, где дети могут рисовать, еще что-то. Больше детских программ показывать можно. Как-то привлекать молодежь. Спортивным мероприятием желательно было. Вот это нормально было бы. Ну а так что, так и нормально. Вон ярмарки, кинотеатры, все отлично. Канал ваш хороший. Так что только добра вам желаю. Ученики 4 класса Видновской школы номер 1 приняли участие в записи очередного выпуска проекта «Стихи живут повсюду». Лирические строки Павла Когана о дружбе слушала наш корреспондент Галина Житкова. Для всех ребят и учителей из первой школы понятие дружбы, взаимопомощи, поддержки – не пустые слова. Дети и взрослые дорожат своими отношениями и всячески стараются их сохранить. Я называю друзьями тех, кто может поддержать в какой-то сложный момент, те, которые могут помочь и с которыми можно просто весело провести время. У меня лучшая подруга Полина Медяненко, сидит она со мной. Мы с ней дружим с садика очень давно. Вот, сидим мы с ней, наверное, с 3 класса, она мне нравится, потому что она добрая, всегда может поддержать меня. В 4 А сложилось несколько таких дружеских тандемов одноклассников. Данил Яровой и Дима Горобенко помогают и поддерживают друг друга во всем. Ребята проводят много времени вместе и вне школы. У меня много друзей, они у меня и на тэквондо, и в школе, и на улице. Они могут мне помочь в любую минуту. На предложение сотрудников историко-культурного центра принять участие в записи очередного выпуска проекта «Стихи живут повсюду» 4-классники откликнулись с радостью. Для выступления юным чтецам подобрали очень душевное стихотворение поэта-романтика Павла Когана «Мой приятель, мой дружище». Мой приятель, мой дружище, мой товарищ дорогой, ты видал ли эти тысячи синих звезд над головой? Ты видал, как не погодят осень, ветер и вода, как легко они уходят, эти легкие года? Как легки они в полете, как взволнован их полет, как тепло мы их проводим с теплым словом до ворот. Мы проводим их, но если грустью вымочить глаза, а потом другие песни и другие небеса. А потом мы станем строги на словах и на друзей, на взволнованные строки и при выборе путей. Только знаю, коль придется снова увидать друзей, вновь в глазах твоих зажжется радость этих теплых дней. Снова руки мне протянешь, снова скажешь: дорогой, ты такой же, ты не вянешь, не поникнул головой. Снова этот ветер свищет над тобой и надо мной. Так ведь будет, мой дружище, мой товарищ дорогой. Прочитав лирические строки, ребята вернулись к своей привычной учебе. Но в душе каждого юного героя, у кого есть настоящие друзья, еще долго будут храниться те теплые чувства, что хотел донести поэт. Стихи о единении, о легких годах юношеской дружбы, которую поэты-фронтовики пронесли сквозь тяготы войны, сквозь непростое мирное время, не утратив ни веры в друга, ни веры в Отечество. И это побуждает нас сегодня задуматься о своем месте в жизни. Галина Житкова, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видно ТВ. Это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч!